В соответствии с указом президента об установлении дополнительных рабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2018 году, в дни празднования Навруза узбекистанцы впервые будут отдыхать 5 дней. Что немаловажно, документом предусмотрены все мероприятия по созданию условий для полноценного досуга, в частности, для развития внутреннего туризма. Ведь что скрывать, многие жители страны ни разу воочию не лицезрели прекрасные архитектурные и культурные памятники, что украшают жемчужины Узбекистана. О перечне скидок на билеты, на поезда и самолеты в репортаже Шухрата Шакирова. Согласно указу президента, в дни Навруза впервые узбекистанцы будут отдыхать 5 дней. Но не только это. Продуманы варианты и система скидок для проведения познавательного досуга. И как подчеркнуто в данном документе, необходимо организовать для жителей республики маршруты внутреннего туризма и активного отдыха с учетом продления праздничных нерабочих дней и предоставления скидок и акций на транспортные и гостиничные услуги. Что же в этом плане предлагает национальная авиакомпания «Узбекистан Хавай Юллары»? Национальная авиакомпания «Узбекистан Хавай Юллары» в период праздников с 18 по 22 марта вводит скидки от 30 до 50% на местные авиалинии для того, чтобы узбекистанцы могли иметь возможность совершить путешествие по стране и увидеть достопримечательности городов на Великом Шелковом пути. Скидки предоставляются в размере до 30% для индивидуальных пассажиров, для школьников, студентов и групп туристов до 40% и для семейных пар и родителей с детьми и пенсионеров и других категорий пассажиров до 50% от опубликованных тарифов. Необходимо отметить, что все эти скидки действуют на все внутриреспубликанские рейсы в период с 18 по 22 марта включительно. Кроме того, учитывая большой спрос на внутриреспубликанские рейсы в праздничные дни, Узбекистан Хавай Юллары вводит дополнительные рейсы в города Узбекистана. В какие города? Узбекистан Хавай Юллары выполняет рейсы в 11 аэропортов страны. Во все эти аэропорта, по всем этим аэропортам будут действовать эти скидки и вводиться дополнительные рейсы. Очень хотелось бы поздравить всех наших дорогих женщин с наступающим 8 марта и всех узбекистанцев со светлым праздником Навруз. Спасибо. Многие уже определились, когда и куда ехать. Заранее приобретают билеты. Здравствуйте, с наступающим праздником. Можно один билет на Бухару на 19 марта? Вы летите посетить памятники исторические? Да, посмотреть исторические места. Здорово. А у нас сейчас скидки существуют? Да, я знаю, по-моему, 30%, если не ошибаюсь. Да, 30%. Обратный вылет? На 26. Пожалуйста, ваш билет? И ваш паспорт. Счастливого полета. До свидания. Праздничные дни хочу провести в Бухаре. То есть очень интересный город. Там интересно, много достопримечательностей. Хорошо, что сейчас такие скидки сделали для пассажиров. Большое спасибо всем за эти скидки, конечно. За такие прекрасные выходные, которые нам предоставили. Поэтому сегодня решил заранее приобрести билет. Теперь буду готовиться к поездке. Надеюсь, поездка будет хорошая, веселая, познавательная для меня. Добавим, что национальная авиакомпания «Узбекистан Хавай Юллары» планирует проведение подобных акций и в дни отдыха по случаю других официальных праздников.